Мужчина разместил на своей странице ВКонтакте текст с призывами к совершению теракта и экстремистской деятельности в отношении представителей народов Кавказа. В переписках молодой человек комментировал размещенные материалы и просил пользователей распространять информацию. Что из этого вышло, смотрите далее. Дальневосточный окружной военный суд признал жителя города Новокузнецка виновным. Молодой человек публично призывал к осуществлению террористической деятельности. Суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.